Приём-приём, друзья, на связи Жадимен, добро пожаловать в безумные эксперименты в Майнкрафте. На самом деле, около года назад я уже проводил один в один такой же эксперимент, но версии Майнкрафта постепенно совершенствовались, выходили новые, и сегодня я снова захотел провести эксперимент 1000 зомби, вернее наоборот, один зомби против 1000 жителей. И да, ты, кстати, прямо сейчас не забудь и напиши в комментариях, по твоему мнению, кто сегодня победит. Один зомби, который образует целую цепочку зомби-жителей, которые все друг друга поперезаражают, либо же сегодня, возможно, победят 1000 жителей, потому что зомби просто не сможет никого догнать. И после этого обязательно не забудь поставить лайк под этим видеороликом. А также те, кто из вас еще до сих пор не подписан на канал, не стесняйтесь и нажимайте на красную кнопку подписаться. И не забудьте то же самое сделать на канале Лески. Ну что же, устраивайте поудобнее, заваривай чаек, готовь вкусняхи. А мы начинаем. Приятного тебе просмотра! Ну что же, леди и джентльмены, прямо сейчас уже вместе с зомби мы находимся на этой арене. Я, кстати, ее немного уменьшил, потому что на самом деле жители действительно все время убегали, а все-таки я бы хотел, чтобы сегодняшний зомби сегодня всех попик заражал и посмотреть, как будет происходить этот процесс зомби. Ведь это все так? Да, конечно так, я хочу поперезаражать просто всех, кто сейчас тут будет находиться. Ну вот и отлично, так что проблем у тебя никаких не будет. Значит так, наша арена выглядит примерно вот таким образом. И да, кстати, скажу сразу, сегодня в эксперименте у нас будут участвовать не совсем 1000 зомби, а у нас будет 1152 зомби, насколько я понимаю. В общем, здесь у меня находится вот такой механизм, запуская который, получается, происходит постоянно происходит один и тот же цикл, все будет работать, и зомби будут, вернее, жители будут постоянно отсюда вылетать. В общем, смотрите, 64 умножить на 9, это, наверное, будет вроде как 576, насколько, если я не ошибаюсь, вот в этом диспенсере, во втором, естественно, то же самое число. Мы его умножаем на 2 и получаем 1152 жителя вместо 1000. Так что, зомби, тебе придется сегодня потрудиться немного. Ладно, друзья, давайте не будем стоять на месте, потому что мне безумно интересно, и я запускаю нашу безумную машинку. Раз, два, и три. Вот так мы поставили, сломали, и как мы видим сейчас здесь, начало выходить огромное количество жителей. Давайте посмотрим, что происходит в диспенсерах, а в диспенсерах у нас, как же тут все громко. В диспенсерах у нас просто постепенно пропадают, получается, яйца жителей. Так что все, этап запущен, все полетело. И да, кстати, я не знаю, было ли так всегда, но я заметил, вернее не заметил, а прочитал одну интересную особенность. В общем, друзья, оказывается, в зависимости от сложности в Майнкрафте, у каждой сложности есть свой шанс того, что житель станет зомби после укуса зомби. То есть как-то так это работает. Давайте я вам сейчас это все дело покажу. Пока что там 1150 зомби все равно не появится. Времени есть огромное количество. В общем, смотрите, давайте сделаем небольшую арену, вот такую импровизированную. Так, вот сюда. Вот что ж такое-то, я настолько быстрый, то что я даже попасть не могу никуда толком. Так, вот сюда и вот сюда. В общем, друзья, смотрите, давайте сделаем так. Сложность, допустим, сделаем изи. Изи-пизи для начала самое то. Смотрите, ставим того жителя, ставим зомби. Сейчас, по сути, на легкой сложности, житель того, что, то, что он превратится в зомби, вероятность этому равна 0%. То есть сейчас он просто-напросто, ну, погибнет, получается, от этого зомби. Вот, да. Давайте менять сложность. Ставим, получается, у нас нормал. Так, на нормале шанс 50 на 50. Давайте испытаем нашу удачу. Пишите в комментариях, как вы думаете, сейчас зомби превратит жителя в зомби или все-таки не превратит. Давайте сейчас на это дело посмотрим. Так, ладно, давайте сейчас быстро еще глянем туда, там просто хаос, кстати, там проблемы с FPS-ом сейчас будут, очень большие проблемы, потому что если смотреть сюда, то примерно сейчас в районе 300 кадров в секунду выдает, получается, Майнкрафт, если посмотреть туда, то 17, боже мой, 17, друзья, надеюсь, мы с вами это перетерпим. Так, в общем, нам не повезло, либо наоборот повезло. Житель не стал зомби. Давайте теперь поставим сложность хард. И вот именно на харде нужно проводить этот эксперимент. Потому что именно на данной сложности, на самой высокой,
зомби сможет сделать из жителя такого же зомби, как и он. Ну, почти, только с большим носом. Да, кстати, смотрите, зомби уже начинает лагать, все очень сильно тормозит, потому что 1152 зомби дают о себе знать. Хотя здесь 400 кадров в секунду, между прочим, показывало и сразу спустилось, как только я сейчас нажал. Так, даже в районе 500 у меня сейчас показывает, но... О, вот, все, смотрите, сработало. Видите, хард дает свои результаты. Так, ладно, я их трогать не буду, не думаю, то, что два существа повлияют на производительность этого безумия, потому что, посмотрите, боже мой, сколько... Мои глаза, друзья, я понимаю, что все тормозит, потому что вот здесь все гладко, а если я повернусь, то... Здесь все вот так, друзья, но все во имя эксперимента, так что я надеюсь, то, что мы с вами потерпим. Так, машинка наша уже работает неисправно практически, и все, тут уже буквально осталось 13 и 10. Все, друзья, ждем, прямо сейчас уже все перестанет у нас циклиться здесь, и все начнется прямо на ваших глазах. Все, выключаем. Для этого ломаем одну дорожку редстоуна, и вот так вот выглядит 1152 зомби. Как-то так. Да, и да, кстати, сразу скажу, я буду на зомби использовать зельку скорости. Потому что, на самом деле, ему будет очень тяжело догнать жителей, потому что территория все равно, несмотря на то, что я ее уменьшил, она достаточно большая, вот. Так что, погнали. Так, кстати, зомби у нас зовут... цифркой 1, так что я думаю его... Иди отсюда, житель. Тебе еще предстоит от него как-то убегать. Давай, иди отсюда. Так, опа. Стоп, использовалось, надеюсь. Так, давайте еще побольше накидаем. Почему оно мимо летит? Давайте, на всякий случай, вот так, короче. Раз, два, три, 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 три. Вот так, все, полетело, скорость пошла. Раз, два, три. Ну что, житель? Ой, вернее, зомби, давай, покажи, на что ты сегодня способен. Боже, как все тормозит, друзья. Вы бы... Да вы сами видите и сами все понимаете. Ну что... Пошло дело, и знаете, что-то мне подсказывает, для того, чтобы превратить всех этих жителей в зомби, пройдет просто колоссальное количество времени. То есть, реально, посмотрите, пока что он... И главная проблема в том, то, что зомби не начинает бить ближайшего жителя, он фокусируется на только одном жителе, идет только за ним. И если этот житель будет где-то среди толпы жителей других, то просто-напросто физически зомби до него не дотянется. Вот, и в этом будет заключаться главная проблема. Смотрите, то есть возле него бежит житель, и он даже не хочет его ударить, потому что он нацелился на другого. Хотя, с другой стороны, сейчас все в угол забьются, и, возможно... Вот, давай, бей его! Ну, бей его! Что ты делаешь-то? Ладно, все, давайте не будем мешать, будем серьезными, потому что тут зомби, между прочим, занят, ему очень сложно... Так вот, смотрите, его цель пошла куда-то в сторону, отклонилась, и наш зомби тоже отклонился куда-то в сторону. Так, ладно, давайте посмотрим. О, все, первый удар произошел, но этого недостаточно. Давай, ты сможешь превратить его в зомби. Уже, не знаю, минута, наверное... Нет, он убегает очень быстро. У него просто-напросто физически не получится его сейчас догнать, потому что это просто флеш какой-то, а не житель, серьезно. Ну как тут справляться-то со всем этим делом? Неужели придется реально просто добавлять все время? Просто я думаю то, что если зомби реально будет один, то это практически невозможно, чтобы он кого-то где-то укусил. Ну серьезно, это что-то прям максимальная сложность какая-то, я не знаю. Вот смотрите, уже сколько времени, наверное, минута две прошло. Вот, я, честно говоря, без понятия, вот, так что я сейчас таймер сверху уже, вы видите таймер, а у меня таймера нет. Вот, так что смотрите, с момента, как я запустил этого зомби, уже прошло какое-то количество времени, я думаю, то, что в районе 2 минут, возможно, я ошибаюсь. Короче, я понимаю то, что эксперимент будет сейчас нечистым, но, ладно, давайте последний шанс ему дадим. Вот, если он сейчас загоняет жителей в угол и ничего не сделает, то я запускаю... Много зомби. Реально, я запущу зомби побольше и будем смотреть на это. Потому что смотреть на то, как он еле-еле что-то там пытается кого-то достать, это можно вечно смотреть на это, по-моему. Так, давай же. Нет, не достает. В общем, друзья, мне кажется реально то, что один житель никак не может справиться с толпой в 10, вернее в 10 тысяч, ага, в 1000 жителей. Короче, давайте запускать дальше тогда. Что поделать-то? Давайте запустим... Давайте запустим сразу 4 зомби, чтобы у нас было всего их 5 на арене. Так, ну что, встали, давайте идем. Так, им нужно всем накинуться на одного. Вот, вы правильно делаете вдвоем. Вы делаете точно правильно, но... Даже вдвоем они не могут их догнать. А вот что происходит здесь тем временем. Посмотрите, здесь
Ой-ой-ой-ой-ой, здесь просто уже, я не знаю, тут места нет, для кого нет. Просто как в вагоне каком-то там сидят все. Как шпроты, наверное, в банке. Так, что у нас здесь? Так, здесь у нас как-то вроде как перспектива открывается на то, чтобы зомби заразил хоть одного жителя. Как же им тяжело. Слушайте, походу сегодня 1000 зомби против зомби все-таки жители одерживают победу, потому что мы сейчас добавили зомби. Если бы я не добавил, то шансов бы, мне кажется, у него точно не было бы. Так, давай уже догоняй его, что ж ты делать-то будешь? Смотрите, он даже вот этого догнать не может. Да, друзья, в общем, казалось бы, я думал то, что жители действительно беспомощные, но нет, они достаточно быстрые, зомби их не могут догнать, реально просто посмотрите, они не могут их догнать. Я хочу, чтобы все здесь стало не такого коричневого цвета, а хочу, чтобы все зелененькое стало, от того, что все друг друга сейчас зомбаками сделают. Так, вот смотрите, они все как-то объединились, сговорились, все стягиваются в этот угол, но да... Это просто жесть, друзья. Короче, жители сегодня побеждают. Ну а мы, для того, чтобы насладиться всеми эффектами, я сейчас запущу еще больше зомби. Надеюсь, то, что сейчас хоть что-то у нас начнется. Все, друзья. Жители у нас сегодня побеждают. К сожалению, либо к счастью, я не знаю. Ну, а наша армия зомби, давайте покажите, на что способны вы. Давайте прям в центр сейчас кинем им всем зельку скорости. Вот сюда зельку скорости. Вот сюда зельку скорости, чтоб... Давайте, 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 зомби, догоняйте, 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 не спите столько. Вы должны сегодня показать, как справляться с ними. Да на самом деле, даже вот это все дело сейчас займет огромное количество времени. Так, вот, вот, наконец-то контакты пошли, наконец-то пошли контакты. Смотрите, они их полностью... Ой-ой-ой-ой-ой, друзья, что-то встали явно не туда, по-моему. А ну-ка, выходите, давайте. Ой-ой-ой-ой, что-то пошло не по плану, по-моему. Давайте, давай. О, маленькие жители, вернее, маленькие зомби, это то, что надо, они же быстрее. Так что жители теперь точно... А может, надо было просто запустить маленького зомби? Кстати, почему бы и нет? Смотрите, они явно намного-намного быстрее. Так, ну что у нас там? Да, наконец-то, друзья, дело пошло! Появился первый зомби-житель спустя огромное количество времени. Это просто фееричная новость на самом деле. Так, здесь у нас бойня тоже продолжается постепенно. Я хочу увидеть, какой житель останется последним здесь существовать. Смотрите, они полностью рассредоточились по периметру. То есть, они их полностью прижали. Так, мне нужна зелька ночного зрения срочно. Так, опа, все, спасибо. Так, все по-прежнему тормозит очень сильно на самом деле. И жители и зомби становятся чуть-чуть побольше, но происходит это достаточно медленно. Так что, может быть, давайте еще больше добавим. Почему бы и нет? Мы в креативе. Почему? Чего? Зачем себе отказывать вообще? Так, давайте, друзья, сейчас просто в кольцо будем каждого загонять, кто здесь находится. Надо... А что если, кстати, реально вон туда, короче, взять и запихнуть? О, давайте так и сделаем. Почему бы и нет? Мы решили уничтожить всех жителей. Давайте 64 зомбака сюда поставим и посмотрим, как... что они на это скажут вообще. Так. Опа. Так, все очень, друзья, сильно тормозит, я вам серьезно говорю, посмотрите. Так, вот, все, пускай плюс 64 зомби еще у нас заодно добавится. Так, жители уже суетятся капец как сильно. Количество кадров в секунду у меня становится с каждой секундой все меньше и меньше, потому что уже почти 10 кадров в секунду. Боже, как бы у меня компьютер сейчас не взорвался. Вот это было бы неприятно. Но надеюсь, что такие страдания... Хотя можно вот так в небо посмотреть, и сразу количество кадров становится больше, все становится плавным. Вот, и снизу кошмар самый настоящий творится. Так, и да, смотрите, зеленых цветов становится уже действительно побольше постепенно. Это не может не радовать. Так, меня, и это, конечно, не может вообще радовать жителей никаким боком. Так... И все равно этот процесс, думаю, займет где-то, наверное, целых полчаса, но, не знаю, полчаса ждать это очень долго, так что я хочу, чтобы все жители абсолютно стали здесь зомбаками. Пожалуйста, зомби, давайте побыстрее, работайте как-нибудь там, не знаю, своими зелеными руками, там, сделайте что-нибудь. Превратите всех жителей в зомби. Так, куда вас еще больше расставить, я даже не знаю, по-моему, я быстрее, чем даже машинка вот эта вот, механизм, расставляющий всех зомби. Так, вот, настоящее побоище. Начинается какое-то средневековое, просто ближний бой пошел. Кстати, в кадре в секунду побольше стало, когда ты пониже спустился. Так, вот сюда еще, давайте, давайте их всех, сюда, вот все. Так, давайте посмотрим отсюда. Так, вот, вот эта картина мне уже нравится намного больше. Кстати, можно вот так просто приблизить и посмотреть, что будет происходить.
Вот таким образом. Так, а у нас все равно по периметрам огромное количество зомби, и не очень понятно, чем они... Ой, зомби-кровожители. Да, да, даже, то есть представьте, сколько бы заняло времени и каков был шанс того, то, что в конечном итоге один зомби хотя бы одного жителя заразит. Понятно, то, что это 100% произошло бы, но это просто вопрос времени. А так, так все намного быстрее. Да даже и так, на самом деле, чуть не особо как-то быстро все это дело идет. Короче, это жесть самая настоящая. Так, куда их еще больше ставить, я не знаю. Просто проблема в том, что просадка по кадрам капец какая сильная. Просто очень сильно все реально тормозит невозможно. Они бьют очень медленно и тому подобное. Так, ладно, давайте на периметр еще больше зомби поставим. Я думаю, то, что это будет последняя партия, эксперимент на этом нужно заканчивать. И подводить итоги, что мы сегодня поняли и что мы извлекли из этого всего. Так, еще, вот так вот сюда, вас всех сюда. Они еще как-то умудряются убегать, эти жители. Как они только делают, я не понимаю. Так, все, здесь поставили. Сюда еще прям, ну-ка, получится как-нибудь. О, давайте прям вот сюда можно их ставить, чтобы они просто зомби все вниз сейчас падали. Так, не будут падать. Эй, зомби, вы что, давайте. Ой-ой-ой, как все плохо-то, как все тормозит. Это просто жесть. Так, все, ой-ой-ой, друзья, посмотрите, как вот отсюда все это дело выглядит. Все очень плохо, по-моему. Короче, вот в таком раскладе 100% уже победят жители, друзья, но... А я все-таки... Боже, посмотрите, как это эпично. Как это все сейчас эпично выглядит, это можно вечно на это смотреть, как все это превращается просто в зомби-арену. Ладно, все, я подальше отсюда полетел, потому что я реально не могу на это смотреть. Пожалуйста, выпустите меня отсюда. Там все очень плохо. О, наконец-то. Вот давайте на фоне заката сейчас типа на облако вот так вот стану. В общем, друзья, как-то так у нас сегодня получилось. Короче, что можно сказать? Тысячи жителей сегодня, наверное, все-таки побеждают. Потому что если бы пространство было вообще не замкнутое, то, возможно, бы они зомбаками вообще никогда не стали. Но при таком раскладе все-таки зомби будет намного... легче. Ну, на связи был Шадимен, всем удачи, хорошего настроения, не болейте, увидимся, услышимся в следующем ролике. Всем пока-пока!